О том, как правильно маршировать, как идти в одном строю, слаженно и четко выполняя команды старшего руководителя, эти ребята уже хорошо знают. Месяц каждодневных тренировок, оттачивания навыков, хоть и дались нелегко, но, несомненно, сыграли на пользу. К торжественному мероприятию они подошли ответственно. Светлана Чикатило, ученица 35-й школы, о гордом звании кадета мечтала с детства. Девочка любит историю, с недавних пор стали ее привлекать и строевая подготовка с рукопашным боем, и стрельба. Готовиться к значимому дню школьница начала заранее. Когда же настал долгожданный праздник, волнению не было предела. Гладили форму, маршировали, пытались идти в ногу, под барабаны. Да. Уроки истории кадетских корпусов, истории родного Бреста и страны, тренировки в спортивных секциях, походы, полевые выходы, изучение основ этикета. Всем этим насыщены будни кадетов-новобранцев. Плотный рабочий график помогает воспитывать дисциплину у подростков, а специально разработанные учебные курсы направлены на формирование лидерских качеств. Это как бы метод воспитания, военизированное, но не военное воспитание. Цель главная – сделать гражданина на выходе, чтобы вышел достойный гражданин нашей страны. А военным будет нет, это не имеет никакого значения. В этот день на торжественное мероприятие кадетам приехали военнослужащие 38-й отдельной мобильной бригады. Бойцы подразделения продемонстрировали учащимся показательные выступления, а также предложили внимание ребят военное оружие и боевую машину десанта. Поздравить ребят с важным в их жизни событием, а также высказать слова напутствия приехал и глава Московского района. Сегодня в 35-й школе обучается свыше 900 учеников. И очень грамотное и правильное решение было принято в 2006 году о создании первых военно-патриотических классов. Их сегодня уже 7. Кадет ассоциируется, это патриотизм, это дисциплина, это любовь к родине, к своим близким и высокая степень ответственности. Вступление в кадеты – ответственный шаг. Получив гордое звание, школьники обязуются любить свою родину. И пусть не все из них в будущем станут защитниками государства, каждый из новобранцев получит полезный жизненный опыт.